Совсем скоро в центре города зацветет яблоня. Рядом со скульптурной композицией в центре города сегодня наводят лоск. Волонтеры, рабочие, студенты, представители управляющих компаний и просто неравнодушные барнаульцы убирают мусор и снег. Провести уборку на городских улицах в чистый четверг откликнулось почти 8000 человек. Было задействовано около 50 единиц спецтехники. Внешний вид, как бы центральный проспект, один из центральных проспектов. Надо, чтобы маленько почище было, меньше мусора. Особое внимание к скверу и на Демидовской площади. Участок большой, работы много. На помощь к студентам и бойцам студотряда пришел глава центрального района. Планируем конкретно здесь, на Демидовской площади, во-первых, заниматься сбором мусора, смета. И пройдем все прилегающие территории по объявлениям, по надписям, по вытающему мусора. Всего планируется у нас около 3000 в центральном районе вот в этом чистом четверге принять участие. Напомню, что Демидовская площадь участвует в общественном голосовании. И в рамках национального проекта барнаульцам будет предоставлена возможность проголосовать за 37 территорий, в которых участвует тоже Демидовская площадь. Помимо этих двух скверов преобразились сегодня еще несколько городских точек. Площадь Мира, сквер на улице 50 лет СССР и несколько улиц в спальных районах. Вскоре порядок наведут и в других общественных местах. Общегородской субботник запланирован на 28 апреля. В нем планируют принять участие десятки тысяч барнаульцев. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.